Родился 7 апреля 1937 года. В 1960 году окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского, мастерская педагогов Б.П. Петровых и Авербух. Играл в Ленинградском драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской и в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Ныне театр «Балтийский дом» сотрудничал с театром «Эксперимент» Г. Санкт-Петербург в спектакле «Застолье в пяти тостах» по произведениям Игоря Губермана. «Гарики и байки» долгий период работал в Санкт-Петербургском драматическом театре «Патриот Роста», где в 1996 году получил почетное звание и заслуженный артист Российской Федерации. Дебютировал в кино в 1967 году. Последние годы жизни руководил театр-студией Дворца творчества юных Фрунзенского района Санкт-Петербурга вместе с Валентиной Грищенко. Сын Тихон также является актером театра и кино.